Марат Козей, герой Советского Союза, партизан и разведчик. Я помню войну. Мне было 12 лет, когда все началось. Я помню первый бой, не помню страха. Я думал только о маме. Маму повесили немцы. Нам с сестрой пришлось бежать в лес. Там я научился минировать. Мы делали это на железной дороге. Ночью я проникал в гарнизон врага и добывал сведения. Через некоторое время мы смогли разгромить немцев в Дзержинске. Я погиб в бою. Закончились патроны. Я достал гранату. Они подошли ближе. И все потемнело. Я увидел маму. Я погиб за тебя и родину. За мир и победу. Помни. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1965 году.